Сейчас мы посмотрим самые крутые подделки Poppy Playtime. Ну а чтобы человек за окном стал твоим другом, прямо сейчас поставь лайк и нажми на красную кнопку подписаться. Итак, ребят, мы посмотрим 10 крутых подделок из пластилина и попытаемся угадать всех персонажей из этого видео. Кто угадает больше всех персонажей, ребята, тот победил. Все просто. Я уже не понимаю, ребята, кого это делают. А, погодите-ка. Этот персонаж похож на динозавра. Возможно, ребят, это динозавр Брон. Да, ребят, посмотрите. Так вот ему лепят эти... ноги? Окей, ребята, но этот персонаж было легко угадать. Он такой очень узнаваемый. Ладно, кто будет у нас следующим, ребята? Давайте посмотрим. Воу! Так, ребята, это какой-то... Это что за персонаж, ребята? Если вы уже догадались, напишите в комментариях. Я пока без понятия, кто это может быть. А, точно, ребята, это робот. Но я забыл, как его зовут. Как-то Баги-Бу или Биги-Бу. Ребят, как правильно его зовут? Напишите в комментариях. Так, ладно, вот ребята его делают, блин, его вроде зовут Буги-бот или как-то по-другому. Так, а это кого делают? Это кто? Воу, кто это такой, ребята? То есть, ребят, у нас в первом видео сразу три подделки. Так, что это за персонаж? Это какой-то котик? Что это за кот, ребята? Блин, я вообще без понятия. И, ребята, это только первая подделка, и я уже не могу угадать, что это за персонаж. А впереди, ребят, будет еще сложнее. О, ладно, ребята, это у нас кто такой? Ладно, ребят, по цвету, по расцветке похоже на гусеницу мопса. Но гусеница мопс длинный, как червяк. Он не стоит на двух ногах. Кто это может быть, ребят? Возможно, это папа длинные ноги. Ну-ка, ну-ка, вот ему делают рот. Вырезают рот. Окей, ребят, мне очень интересно, что это за персонаж. Мне кажется, ребят, 10 из 10 нереально угадать, ребята. Реально, если вы, ребят, сможете угадать всех персонажей из этого видео, вы большие молодцы. И значит, вы знаете всех персонажей из Poppy Playtime. А я, ребят, пока без понятия. Не, ну по форме, ребят, это похоже на реально на гусеницу мопса. Но у него нет двух ног, он червяк, он гусеница. Ладно, ребят, давайте посмотрим, что будет дальше. У него очень криповые зубы. Воу, ладно. Так, делают его голову. Так, ага, теперь делает ему волосы. Так, окей, ребята, вот у нас гусеница мопс Пиджей получается очень милым. О, ребята, с каждой новой подделкой будет становиться все тяжелее и тяжелее. А в конце будет вообще самая сложная подделка, ребята. Так, смотрите, воу! Ребята, это какой-то сиреноголовый гусеница Пиджей мопс. Прям скороговорка получилась. Так, ладно, воу, он очень криповый. Но подделка очень крутая, ребята. Так, окей, ребята, восьмая подделка. Так, так, это какой-то, это игрок? Да, ребята, это похоже на игрока. Он находится в какой-то странной локации. Так, ну-ка, ребята, это кто это с ним рядом? Ребят, я думаю, вы уже догадались, да, кто это стоит рядом с игроком. Ребята, все вместе, это Хаги-Ваги. О, а это кто рядом, ребята? Это Кисси-Мисси? Но почему у нее крестики на глазах? Что с ней случилось, ребята? Что это за локация на фабрике Poppy Playtime? Ребят, я первый раз эту локацию вижу. О, ребята, Кисси-Мисси погибла. А это кто такой, ребята? Кто это? Воу, что это за красный Хаги-Ваги? Я пока, ребят, без понятия. Нет, это не Хаги-Ваги. Это какой-то другой монстр. Блин, я забыл, как его зовут. Блин, ребят, я уже вторую подделку не могу догадаться, как зовут персонажа. Ё-моё, ребят, у меня уже два минуса. Воу, кто это? Ребят, что это за монстр? Напишите в комментариях. Ладно. Там, ребят, Кисси-Мисси погибла, я просто в шоке. Так, ладно, чья-то нога. Окей, две ноги. Уже что-то похоже на какого-то Хаги-Ваги. Ну, Хаги-Ваги у нас уже был. Значит, ребят, какой-то другой персонаж. Кто это может быть? Так, ага, вот клеем смазывают. Ладно, ребята, блин, в конце, ребят, будет самая сложная подделка. Мне очень интересно, сможете ли вы угадать, что это будет за персонаж. Но пока что, ребята, делают какого-то снова сиреноголового. Но это, ребят, не сиреноголовый. Он какой-то коричневый, какой-то серый. Так, ладно, ребят, вот делают лицо. Я надеюсь, ребят, что по лицу мы сейчас с вами догадаемся, что это за персонаж. Воу! Это какой-то очень криповый персонаж, ребята, кто это? По-моему, ребят, это из новой игры, которая сейчас уже очень сильно нашумела в интернете. По-моему, эта игра называется «Человек за окном». Да, ребят, посмотрите, это реально человек за окном. Воу, офигеть, у него очень криповая голова. Посмотрите, ребят, на эту подделку. Мне кажется, вы легко можете испугать всех своих друзей, если сделаете такую подделку. Ладно, ребята, вот следующая подделка начинается.
Фух, ребят, вы эти все поделки можете сделать сами дома. Ссылки на все эти видео я оставлю в описании, чтобы вы тоже могли повторить. Так, ладно, ребят, это кто такой? Это что за червяк? О, блин, ребят, пока я без понятия. Ладно, вот делают ему глаза. О, ребята, это похоже на маму длинные ноги. Но мама длинные ноги выглядит не так. Она не в форме червяка. Она должна быть с длинными ногами, с длинными руками. А тут, ребят, просто толстое туловище. О, так вот делают ему прическу. Вот бантик. О, ребят, это очень странная мама длинные ноги, ребята. О, она очень криповая. Смотрите, ребята, делают какие-то выемки на спине. Воу, вокруг нее. Офигеть, это глаза, ребята. Офигеть, по телу у нее расположены глаза. Так, теперь они делают ноги. Ребята, это какой-то мама длинные ноги поезд-пожиратель. Воу, ребята, я не знаю этого монстра. Это какая-то эволюция мама длинные ноги, ребята. Реально, я первый раз вижу такого монстра. Так, ладно, ребята, уже пятая подделка. Воу, это чьи-то глаза? О, ребята, это похоже на малыша длинные ноги. Так, вот ему делают бровки. Неужели, ребят, это реально подделка малыша длинные ноги? Воу, ребят, напишите в конце этого ролика в комментариях, сколько всего вы смогли угадать персонажей за все это видео. Мне реально кажется, что 10 из 10 это просто нереально. Если, ребят, вы смогли угадать всех персонажей, то вы просто мегамозг. Так, а это, ребят, что за монстр? Воу, ребята, это, по-моему, Cartoon Cat. Мультяшный кот, SCP-монстр. Смотрите, ребята, реально очень похоже. Но что он делает в Poppy Playtime? Что он там забыл? Возможно, ребята, он как-то смог телепортироваться из своего мира в мир Poppy Playtime. Воу, нифига себе, а почему у него 6 рук? Офигеть, ребята. У него 8 рук даже. Обалдеть. Так, ребята, это вот делают хаги-ваги. Ладненько. Воу, а что Cartoon Cat реально делает в их мире? Или, погодите, возможно, ребят, все эти SCP-монстры находятся с Хаги-Ваги и Кисси-Мисси, посмотрите, ребята! Воу, Cartoon Cat похитил Кисси-Мисси! Это очень крипово выглядит! Так, ребят, ладно, следующая подделка. Кто это? Какая-то лошадь. Кто это может быть? Пока, ребят, я не понимаю. По-моему, у нас вроде уже, ребят, динозавр Брон был. Это не может быть динозавр Брон. Это какой-то другой, ребят, монстр. Так, ну по форме, ребят, он реально похож на динозавра. Ладно, вот ему делают глаза. Так, теперь ему вырезают рот. Воу. Мне кажется, ребят, это будет какой-то монстр. Какое-то стрёмное чудовище. Ладно, вот ему делают клыки. Воу. Ребята, это монстр. Динозавр Брон. Смотрите, реально. Офигеть. Ё-моё. Вот, конечно, фантазия у автора. Ё-моё, зачем ты делал такие криповые подделки? Да, ребята, это сиреноголовый динозавр Брон. Офигеть! Ладно, ребят, что будет дальше? Мне очень интересно. Мы уже с вами увидели очень много страшных монстров. Так, сейчас делают какую-то, ребят, странную форму. Какую-то черную. Теперь делают какой-то синий костюмчик в виде платья. Да, ребят, это 100 пудов платье. Вот ему прикручивают руки. Кто это? Воу! Кто это может быть, ребята? Ладно, ребят, я надеюсь, мы сейчас по форме головы с вами узнаем, кто это может быть. О, ребята, это тоже из игры «Человек за окном». Мама того зайчика-кролика. Да, ребят, это она. Это снова, ребят, анимация «Человека за окном». Да, ребят, посмотрите. Но это еще не все, ребята. Ей делают уши. Воу, ребята, это очень крипово. Так, воу, вот этот зайчик, ребята. Он чем-то похож на кролика Банза. Реально, возможно, это его брат. Так, какие-то кексы положили на стол. Воу, а вот, ребята, и человек за окном. Ребята, а что если человек за окном убил кролика Банза? Ну, смотрите, ребята, это очень криповая подделка. Воу, что у него с рукой? Она в какой-то кляксе красной. Так, ладно, ребята, осталось еще две подделки, самые сложные в этом видео. Так, формируют рот из фольги. Так, теперь обволакивают, ребят, какой-то синим пластилином. Кто это может быть, ребята? Неужели это снова Хаги-Ваги? Но это не может быть Хаги-Ваги, ребят. Возможно, это, ребят, это какой-то монстр. Так, вот формируют рот. Воу, это очень крипово, ребята. Воу, там очень много зубов.
У кого может быть много зубов, ребята? Может, ребята, какой-то страшной версии Хаги-Ваги? Воу, да, ребята, это Хаги-Ваги-монстр! Офигеть, у него куча глаз! Это очень, ребят, страшно выглядит. Ладно, а теперь формирует туловище, какую-то сосиску. Воу, это делают ему руки и ноги. Так, теперь, а это что такое? Что это такое будет желтенькое? А, это его руки и ноги, я понял, ребята. Блин, ну эта поделка реально очень круто выглядит. Смотрите на нее. Это какой-то паук Хаги-Ваги. Офигеть. О-хо-хо-хо. Это очень криповая поделка. Так, ладно, ребят, а это кто такой? Это какой-то тоже монстр? Воу, это похоже снова на Сиреноголового. Так, ладно, вот ему сделали ноги и руки. Нет, ребята, это снова Хаги-Ваги. Ребята, в этой поделке очень много страшных Хаги-Ваги, посмотрите. Но этот Хаги-Ваги плачет. То есть он убегает от огромного Хаги-Ваги. Так, теперь, ребят, красный Хаги-Ваги с сиренами на голове. Воу, это реально очень крипово выглядит, ребята. У-у-у-у-у. Так, ребят, последняя поделка, ребят, самая сложная. Не знаю, ребят, сможете ли вы догадаться. Потому что я пока реально без понятия, кто это может быть. Вот что это за форма головы? Это уже сто пудов не Хаги-Ваги, не мама длинные ноги, не папа длинные ноги. Ну кто это? Воу, ребят, это похоже на какого-то Венома из Человека-паука. О боже мой, ребят, это очень криповая штуковина. С зубами какими-то, клыками. Так, теперь, ребят, кого-то другого формируют монстра. Воу, кто это? А-а-а, ребята. Это по-моему, Among Us. Да, ребята, это персонажи из Among Us. Воу, то есть они будут сражаться с этим монстром? Офигеть, ребята. Так, да, смотрите, ребята. Они попали на страшную локацию. Это как будто какой-то, ребята, мульт Poppy Playtime. Воу! Кто это, ребят? Я не знаю этого персонажа. Если, ребят, вы угадали, кто это за персонаж, напишите в комментариях. Ну, а сейчас, ребят, тыкайте на одно из этих видео, ведь они реально очень классные. Ну, а с вами был я, Кеша. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!